Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 279, из раздела «Прямая и окружность». Начертите окружность, проведите три касательные к окружности так, чтобы они образовали треугольник. Выполним построение. Начертили окружность центром в точке О и построили три прямые касательные, которые образовали треугольник. Это прямая А, прямая Б и прямая С. Эти три прямые являются касательными к данной окружности. Они образовали треугольник. А теперь построим четыре касательные к окружности, чтобы образовался четырехугольник. Нетрудно догадаться, что данный четырехугольник будет являться квадратом. Итак, мы построили прямую А, Б, С и Д. Это четыре прямые, касательные к окружности, и они образовали четырехугольник, квадрат. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.